Приготовим шоколадный рулет с заварным кремом без вреда для фигуры. Для блинчиков берем яйцо, добавляем растительное масло, молоко, рисовую муку, кукурузный крахмал, какао, подсластитель и щепотку соли. Хорошо взбиваем миксером до однородности. Перед первым блинчиком смазываем сковороду небольшим количеством масла и жарим на среднем огне примерно по 30 секунд с каждой стороны. Готовым блинчикам даем полностью остыть. Для крема к молоку добавляем желток, подсластитель и кукурузный крахмал. Ставим на средний огонь и, постоянно помешивая, варим до легкого загустения. После этого даем полностью остыть. Теперь собираем наш рулет. Как это сделать, я показываю на видео. Рулет заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на пару часов. После этого достаем и разрезаем. Всем приятного аппетита!